Девочка, получили нашу очередную новинку. Это зимние ботинки, выполнены, как всегда, из натуральных материалов. Что хочу отметить, так это то, что с этой колодкой мы работаем не первый год. Так что модель проверенная, колодка проверенная, садятся классно. Как они открываются, рассказываю. Здесь они на липучке. Это сделано для чего? Для того, чтобы они садились на любую щиколотку, на узкую, на широкую. То есть можно их затянуть, можно их сделать чуть посвободнее. Итак, мы их открыли. Сзади мы уже сбоку открываем замочек. Что внутри? Внутри натуральная цигейка на шкурке, она прям такая плотненькая, хорошая. Что по коже? Кожа мне здесь очень нравится, она прям мягкая-мягкая. Вот в этой части, естественно, в мысочке, вот они тоже мягенькие, но здесь по коже поплотнее. В этой части она прям перчаточная, что как раз позволяет сюда садиться ножки с увеличенной полнотой. На мне сейчас 39 размер, это мой размер. Как вы наверняка уже знаете, у меня нога худая, бесподъемная. Обратите внимание, сколько мне здесь полноты. Вот если я даже сжимаю, видите, вот эта часть, она у меня вся свободная. Поэтому вот эти сапожки садятся все-таки на ножку стандартную, либо на чуть увеличенную полноту. Что по подошве? Хороший протектор. Они абсолютно не скользкие, чуть не упала. Цена у них 8800, размерная сетка с 36 по 41. Модель точно не маломерит, четко размер в размер. Еще раз скажу, на увеличенную полноту, потому что вот видите, вот здесь у меня прям все свободно. А так они классные и не тяжелые.